Всем привет. Это третий выпуск прохождения Tekken 7. И сегодня будем проходить главу номер 8, по-моему. Этот ролик мы уже видели в прошлом выпуске. А вот следующее уже не видели. Сейчас будет драка, походу. Если за кого будем играть, за Хихача или за этого странного типа? Ай. Блин, мог выиграть. Ничего. Неплохо так. Джеки 6 пришли. Yeah.
Нет, а почему не совместно лишь отбить этих типов? Ай. Блин, что-то он меня как-то завалил легко. Ай. Ай-яй-яй. Сейчас завалил. カズミ殿の願い。何？カズミじゃと？カズミが貴様にわしとカズヤを殺すよう依頼しておったじゃと？はっ、バカバカしい。その話が本当ならなぜ今頃になって現れた？ウヌラが
Что, опять будем драться? Ай, раньше не мог столкнуть меня с таким ударом. Ай. Что-то он слишком жестокий стал. Разозлился, походу. Не знаю, кто же это. Ларус Александерсон. Хорошо, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До следующего выпуска.